Блин. Ой, мне этот, как его, Сыкун попался. Ну ты понял. О? Ну Сыкун такой. Босс? Да. Это Пип? Наверное. Он это такой, у него глаза еще выпадывают, да? Да. Но он мне тут тоже попадался. Ой-ой. Точно, почему мне его не заметили? Сейчас тупо его обстреляю. Сейчас у него, правда, глаз 100% выпадет сразу после этого. Так. Да. И второй выпал. Блин, почему у меня всего два глаза? В смысле, два? Почему у людей всего два глаза? Странный вопрос, кстати. Как бы я успевал следить за всем, а то я смотрю только на себя. Отлично. Сейчас бегаю еще в комнату с Арканой. Смотришь, что там. Или у меня... Так, тут есть. Ой, надо угадывать черепки. Или сыграть на автомате. О, я уже в этом, в Некрополисе. Так, ключ. Ключ. Сюда. А, мушка. Не повезло. Ладно, тогда последнюю монетку я сыграю на этом, на автомате. И пойду отсюда. О, повезло, две монетки. Блин, сколько раз я уже говорил, похоже, я сейчас умру. Да, довольно-таки много. О, выпали сердечки, которые... А, хотя... О, тут банк крови есть. Блин, они меня могут через стену стрелять, а я у них нет. Так, еще крови сдадим. Вот, блин, взорвался. Так, у меня есть бюстгальтер, и есть такая кровь, которая... превращает, ой, такая штука, которая превращает кровь в монетки. Но я, наверное, даже трогать не буду. Чтоб кровь монетки, это ты ее с собой носишь или что? Я с собой ношу. Поэтому... Если ты найдешь супер пу... А, у тебя нет обновления. Я думаю... Ладно, я взорву этот. Я думаю, все-таки бюстгальтер, который это замедляет всех в округе, лучше. Блин, мне чрево что-то очень часто попадается. Тайная комната. Которую я открыл чисто случайным способом. Прикол, у меня сейчас есть удача, а мне выпала карта повышения удачи. У меня вообще двойная удача, я никогда не буду проигрывать. Ха-ха, нормально-то. О, я уже дошел до 5-го левела. Теперь бы только не зафейлиться. 30 минут уже живем. Везучий мир. Я сам, наверное, даже столько не жил. Стоп, а так это... У тебя же сейчас будет доступно только убийство мамочки, а у меня только сердце. То есть, ты не понял, но я тоже не понял, я все сейчас умру. Тихо. Так, аккуратно, блин, магазин нечаянно открыл. Нет. Так, выжил. Фу. Так, сейчас я посмотрю, что эта карта дает. Блин, сколько? У меня уже 27 ключей. Ого. Как она выглядит? А. Так, какой-то боб. Он вроде на пробел используется. Одну бомбу, одно сердце. Все возьмем. Да, боб используется на пробел, что он делает? Так, боб. Кратковременно создает облако газа вокруг игрока. Отправляет ближайших врагов вещь доступна после выполнения секрета разбить энное количество покажет. Так. Нет, я все-таки мое сердечко. Так. О, догадайся, у меня было 40 монет, я пошел в магазин, и что там было? Скидки. Ты что, Лалка, алчность? Честно. Ты такой смешной, и что там было? Скидки? Ну, а почему бы и нет? Блин, не убил. Темпры. Да блин, сколько же у меня ключей? Меня скоро убьют. Я подбираю монету, из монеты выпадает ключ, из ключ монета, из монеты ключ и так далее. Блин, а где эта карта вообще? А, я вот. 36 ключей. Знаешь, ведь такой ключ, который дает 99 ключей. Ну. Да, костяной. А у меня само по себе уже 36 ключей. Я их сам набрал. Прикинь, тебе ключ попадется, вот это обидно будет. Который какой? Тебе нафиг не нужен. Ну вот этот костяной. Да он вообще всегда, он всегда не нужен. Не, ну почему не всегда? Хотя да, блин, вот как, вот у меня сейчас куча всяких мест, где я могу сдавать кровь и все такое. А я сейчас умру.
а сердец нет, давай живи, я пошел к боссу, и я сейчас тоже умру. Это, я с таким боссом еще не сражался, это супер мощный босс, который, может быть, меня убьет. Фу, я не умер. Ой, тихо. Сердечко и скорость, отлично. Тихо, я, похоже, сейчас не буду говорить, но, похоже, я лучше помолчу. Отвались, голова! Давай, голова, отваливайся. Вот, да, все, отвалился. Так, ладно. Только у него не голова отвалилась, а он свалился с лололошки, с лошади. Я понял, что это за босс. О, да, у меня кусочек мяса. Нет, это не тот босс, о котором ты подумал. А это из обновления, на которой как бы и голова, и лошадь отдельно? Нет, это война он называется. А, ну так война есть в обычном, нет? Он еще когда спадает лошадь, он молится. Нет, такого у меня нет. Так, я на каком уже уровне? На... У меня сейчас мамочка будет на этом уровне. Ой-ой-ой, мне какие-то уроды попались, которые меня сейчас запинают. Нет, у меня сейчас мамочка будет. Блин, мне еще не попалась сокровищница, поэтому я не буду спешить. На каком уровне? На пятом. Сейчас а у меня сейчас мамочка. У меня уже тройная удача. Так, синий камень, чуть не пропустил. Блин, ничего, уж синие сердца, да. Так, надеюсь, что я очень сильно кликаю на клавиатуру. Потом не будет такое, что меня вообще не слышно, и только клавиатуру. Офигеть, у меня попалась комната с бомбами. Одни бомбы. Так. Так, 34 минуты уже живем. Да тем более это такая особенная серия. В смысле? А, ну да, двойная. Блин, вот тут чувачок вот этот, которому деньги сдает, он сидит среди шипов. И все, что он выкидывает, кидает в шипы. Обида. Давай, у меня 40 монет, я на него полностью потрачусь. О, он мне дал себя. Я могу с ним торговать в любое время. Или нет. А что он вообще делает? Давайте-ка я посмотрю. А вон я его пропустил. Так. Все-таки раз есть бомбы, ключи тоже надо подбирать. Так, это портативный миссия для использования. Нужно случайно ключ монет, после чего появляется случайный предмет. А, короче, у меня сами по себе будут тратиться деньги, и он будет мне что-то... Меня убили! Что? Нет! Серьезно, у меня столько вещей было. Меня убили. Еще и так по-тупому, меня убил кусок мяса. Вот этот, который твой нелюбимый? Нет, другой, который... Когда такой зомби, а когда ты его убиваешь, он превращается в кусок мяса. А ты где сейчас? Еще в игре ты еще снимаешь? Я-то еще снимаю. Ну, так что я, наверное... Ой... Все еще твой экран оставлю, но что, ты будешь или что делать? Ну, сейчас, наверное, все стопану экран. Ну ладно, давай говори всем пока, я продолжу. Ребята, все-таки это была хорошая серия. Я сам так, если честно, долго не играл. Он вообще говорил, что он не профи, и что он все так время... Так серьезно, я не профи, и не знаю, как мне так повезло. Нет, я, конечно, играю, как бы так, от фана, и иногда хорошо получается, но именно что профи, не, я не профи. В общем, ну ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, как мне, так и Павишке. Да, и ты тем более меня ни разу... Я тебя ни разу не назвал в видео, и ты меня не назвал. Ну как не назвал, вот назвал. Поэтому ну... ладно. Нет, ну помнишь, мы возмущались-то как бы. Да. Ну ладно, все-таки я ссылку на тебя кину в описании. А я на тебя. И я все равно потом какое-нибудь отдельное видео засниму, что из тебя тоже расскажу. Хорошо. Спасибо снова всем за просмотр. Ладно, всем пока. Я думал, ты мне скажешь спасибо, ну ладно. Тебе отдельное спасибо. Хорошо. Все, всем пока. Ну, в скайпе не сбрасывать. Не сбрасывать? Ну ладно, я тебя буду так морально поддерживать. Ты закончил? Да. Так, ну ладно, давай, может, я сейчас какую-нибудь сделаю паузу, тебе покажу демонстрацию ее экрана? Да, давай, почему бы и нет. Ну, только ты потом серию смотреть не будешь, ну ладно. Ну почему не буду, я не буду до конца смотреть. Ну да, и мне вообще будет интересно посмотреть, что у тебя там происходит. А у меня-то уже ничего не происходит.
Ну ты понял. Ну я понял. Так, ладно, сейчас я, давай тогда тебе в скайпе кину сразу серию, сейчас я ее проверю, Плетек. Стоп, погоди, а на сколько весит? Сейчас, подожди 5 секундочек. Да, лучше выключи микрофон. Она весит 968 мегабайт. А у меня, наверное, тоже. О боже. Ё-моё. Смотри, а если я ее залью на YouTube, ты ее скачаешь, ты знаешь, как с YouTube скачать? О, да, лучше так сделай. А ты ее скачаешь, все смонтируешь, а я ее потом сразу же удалю. Стоп, не понял. Че, микрофон включаешь, выключаешь? Я сейчас умру из-за тебя. А, из-за меня? Ну, я вот такой на нервах. А, ладно, все, не буду тогда выключать. Нет, я имею в виду. А хотя, смотри, да, я ее залью. А ты потом скачаешь и смонтируешь все. Да, только зачем тебе ее потом удалять? А, ну да, удалять ты, значит, не буду. Да, она же тебе тоже нужна. Ну да, немного не продумал. Так, ну... Я тебе демонстрацию экрана ведь еще не показал. Так, 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 нет. Так. Так, я знаю, что я не показал. Так, все, я сделаю паузу. Я продолжаю запись. И иду к сокровищнице. Блин. Надо все-таки обновление скачать. DLC надо, надо, надо. И вещи новые добавляются. Ну да. А вот эти штуки у тебя есть? Ты до них вообще хоть когда-то доходил? А, да. Да вот этих, которые сзади надо палить по ним, да? А ты сколько... У тебя сколько часов сыграно в Айзеке? Ой, сейчас, секундочку, сейчас я тебе скажу. Так, у меня сыграно 5 часов. Ну, у тебя, конечно, больше. Я 5 в него... часов? У меня 2. Я в него особо не играл.